Всем привет! Мы будем играть, ну продолжаем играть в игру Aliens Drive Me Crazy. Как-то так. Ну, короче, про инопланетян, про этих опять. Мы там их босса завалили как раз. Тогда вот. Сейчас уже будем воевать против новых инопланетян, они там. Самые такие жесткие. Сейчас, подождите, я приду. Вот я вернулся и... Блин, там просто проиграл еще. Как раз вышел. Ну там меня эта хуйня сожрала. Как, блядь, она называется? Это терминатор их не. Динозавром. Который, ебать, этого разорвало. Я думал, тут такого не будет. Взяло прям... А вы уже видели двух новых инопланетян, которые... Это вот толстый с пистолетом. И который мины вот эти подкладывает. Так. Ладно. Вот они, вы их сами сейчас видите. Это не мины, это я не знаю, что это такое. Это какая-то хрень зажигательная. Она зажигает. Короче. Ну, сжигает просто. Если ты не наткнешься, то все. Так. Оуч. С дробой, что ли, еще? А, блядь, еще новый с дробой вышел. Видите, как много новых открылось? Я думал, тут хотя бы... Чего-то это не будет вот этого. Думал, позже открывается. Ну, ладно. Блять, меня завалили, ладно. Пофиг на деньги, мы все равно. Тихо, нам сейчас надо по-бырому наверх. Сука, блядь, мразь. Ладно, пофиг. Они вообще мощные стали, я вижу. Опять это... Чё здесь надо вообще? Ладно, так. Интересно, как нас еще не подорвало? Нашествие новых инопланетян каких-то, ебать. Так, пофиг. На этих придурков мы не будем тратить дробовик. Я вот на того жирного дробовик трачу. Видимо, не получится, блядь. Они вообще охуели. На это посмотрели вообще. Какая-то наглость у инопланетян у этих. Пофиг на них. Это, наверное, самый сложный уровень будет. Значит, тут новые эти инопланетяне появились, блядь. Это жирный вот. Что они вообще здесь делают? Не понимаю просто одного. Они не сейчас должны были открыться. Они открываются там. С какого они открываются? Не с... со 100, а... Забыл. С какого там, в принципе... Или так посмотреть... Их вообще сейчас не должно было быть, вот этих вот. Которые жирные, с пистолетом, ну, с таким же, как у меня. Надо автомат покупать.
И там подумал, что я в него стреляю, там, с дробовиком. Вот этот с дробовиком не должен был появляться вообще. Вот так вот. Сейчас. Я обманул вертолет. Опять. Я не знаю, как это пройти. Это самое сложное. Вообще не должна появляться было после 10-го, 11-й, на 15-м она должна появляться. Вот эти инопланетяне. Ладно, пофиг на них. Так. Еще плюс меня тут заранее таранят. Это тупо. А? Логика. Фу, блядь. Он пьяный. Тогда я ненавижу тебя. Ты предала свою любовь к Роману Олеговичу. Тогда я ненавижу Игоря. Вот это что? Да потому что он дурак. Он оплачивает мою учебу, а из меня же все равно ничего не выйдет. Ты, дебил, сам себя поджигаешь, что ли? Не понял. Не, на это посмотрите, это просто смешно было. Он сам себя поджигал, прям... Блин, берет и жгет. О, все. А дальше надо как можно быстрее скакать. Все, вот так вот есть. Пошли нахуй. Все мудаки вообще. Инопланетяне. Дистрикт 11 открыт. Так. Водка? Только в России преподаватель для своих студентов наставник, жених и что? Недоступный, бодрящий, доступный. Отъебись от меня, тарелка. Вы на это посмотрели. Прилетели, значит, нахуй, твари. По первому этажу пройдемся, а потом... Что-то по кому ты там стреляешь? Я людей спасу только. И уйду нахуй отсюда. А, охуели просто. Ебаный в рот, я думал, тут в меня летит. Блять, вертолет. Сука, блять. А, ладно, пофиг. Откуда он внизу взялся вообще? Вот так вот вам. Все равно много денег заработал. Я уже Дистрикт 2 прошел.
Тачку новую надо будет покупать в следующий раз уже. Сейчас уже будем заканчивать. Я просто не хочу долго снимать. Это мутно очень. Тут еще... Вот собрались. Сборище этих долбоебов. Еще плюс новые эти. Пофиг уже на это. Главное то, что мы прошли пока что за сегодня два этих, чтобы мы вообще их не прошли. Дистрикт. Ну что ж, на этом все. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.